10 тысяч за час игры. Я не поставлю твой трек. Если когда-нибудь не хватает опыта, там вообще люди так косячат. А потом, ну, можешь подойти и развести это. Музыку погромче, достаешь камеру, снимаешь. Чем хороший диджей отличается от плохого? Ну, на самом деле, если мы берем танцевальную музыку, например, в самый обычный хаус, там есть 4 бочки, 4 удара в такт. Ну, например, плохой диджей, он никогда, когда сводит 2 трека, он не может их свести воедино, чтобы не было... У нас называется это кони. Когда, например, идет бочка, бум-бум-бум-бум, и второй трек заходит, и он заходит так, что идет не правильно в такт, а, например, тудун-тудун-тудун-тудун, поэтому называется кони. Да, не попал в квадрат. В бит. Это один из факторов, как плохой диджей отличается от хорошего. Часто ли посетители просят поставить их песню? Довольно часто, если ты выступаешь на какой-то гоу-пати. Ну, когда платят деньги, к примеру, да, и там парень подходит с телефона и говорит, можешь этот трек, пожалуйста, поставить. В клубе люди, когда сильно, ну, могут подвыпить, девушки говорят, это самый мой любимый трек, пожалуйста, поставь его. Ну, приходится отказывать, если, например, есть вообще люди, которые диджеи, они прям жестоко прям говорят, как отрезали, да, к примеру, типа, я не ставлю другие треки там с мобилы. А есть люди, которые, ну, за какую-нибудь копеечку могут поставить ваш трек с удовольствием. Как отказать тому, кто просит поставить его песню? На самом деле все решает, как всегда, невербальное поведение. Там тембр голоса вниз, я не поставлю твой трек. Знаешь, такая поза, что ты такой прямолинейный, уверенный в себе человек. Или можешь, ну, если у тебя не получается ничего такого сделать, можно там сделать вид, что ты очень занят. Там, ой, извините, я там не ставлю треки, там, или типа посмотреть так, типа, или проигнорировать человека. Ну, это у нас достаточно некрасиво. На самом деле я выбираю, ну, или больше люблю, когда юморно, да, к примеру, да, ты отвечаешь приколом, типа, давай, брат, подойди через там через час, через два поставлю, а то как бы у тебя сет заканчивается там через минут 15, ты просто банально уходишь. А потом, ну, можешь подойти и развести это. В следующий раз поставлю, запиши мой инстаграм, там, заходи. Почему диджей выглядит таким занятым, хотя вроде ничего не происходит? Ну, на самом деле, если ты, у тебя не так много опыта, например, ты первый год или два выступаешь, довольно сложно вообще сводить, типа, два разных трека, которые в частотном диапазоне с друг другом ругаются, у кого-то больше баса, у кого-то больше средних частот, у кого-то верхних. И может быть вообще такая картина, что у тебя два трека, они по эквализатору, у них ну, одинаковые частоты, средние, верхние, нижние, и тебе нужно их двоих поженить, и ты сидишь, полминуты сидишь и пытаешься их с другом поженить, никак не выходит, и поэтому все думают, что он такой занятой, а ты на самом деле сидишь, паришься, как это сделать, сначала попасть, например, да, там, бит-бит, потом свести по частотному диапазону, и потом, чтобы это все беспалево было, как бы, если когда-нибудь не хватает опыта, там вообще люди так косячат. Бывает, знаешь, была смешная ситуация, Казантип. В Казантипе мы-то пришли, там девушка, она играла дабстеп, и она, короче, 7,5 минут играла один и тот же трек. Он как бы кончался, она его как бы залупила, хотела, ну, на другой трек перейти, и у нее все время не получалось попасть в бит, в бас попасть, и просто 7,5 минут, да, там еще все припили, никто даже не заметил, что один и тот же трек играет. Как ты понимаешь, что пора поставить медляк? Диджей составляет сет, и у него есть прогрессия треков. И, например, начинает с таких обычных, как вот медляковых, и переходит в кач. Но бывает так, что на самом деле ты смотришь на танцпол, ты понимаешь, что люди уже устали танцевать, кто-то уже просто присел, кто-то видно, что, ну, выпил, да, подсел к подруге, кто-то, например, там делает предложение своей второй половине, и ты такой, типа, блин, было бы круто сейчас поставить медлячок, чтобы она заплакала. Вообще, на самом деле, всегда видно, что происходит, например, да, там, какой трек залетел, какой не залетел, ты сразу начинаешь менять. Этот, ну, как бы... полноценная работа, смотреть за атмосферой на танцполе, что происходит, что люди делают, нравится, не нравится им трек. Твои действия, если в клубе начнется драка? Достану телефон и буду снимать. Ну, как минимум, сначала можно поставить музыку погромче, можно ее вообще убрать. В зависимости, если будет пистолет, желательно музыку убрать. А если они так, знаешь, типа, чисто по-детски хотят подраться, музыку погромче, достаешь камеру, снимаешь. Как ты заработал свой самый большой гонорар? Я видел баннер Ибицы летом, и там, по-моему, была электронная почта, я решил написать, сказать, вот я диджей, и предоставил информацию о себе, ссылку на промо-диджей, тогда был очень популярный сервис, где диджеи все выкладывали свои треки, миксы. Они говорят, сегодня вопрос, давай, хочешь, этим летом у нас будет фестиваль, вроде был в августе или в июле, мы тебя поставим на VIP-зону, будешь играть свой этот дабстеп, драм-н-бейс, я такой, давайте, не вопрос, вот и первый гонорар, это был мой... первый самый жирный чек я заработал за 2 часа игры 60 тысяч тенге. Но, как я знаю, вообще нормальный ценник — это $100 в час для диджея. Но это в зависимости, опять же, от клуба.
местоположения, формата. Ну, самые такие топовые, ну, если мы не берем Европу, где-то, ну, Россию, Украину, 10 тысяч за час игры. Ну, это просто гонорар, это без перелетов, без райдера, 10 тысяч долларов. Назови самого крутого диджея, на выступлении которого ты был. Совсем недавно я был на фестивале Юность, и там выступал Electric Child. Просто для меня это очень крутой чувак, потому что есть такой сайт Beatport, где все диджеи покупают музыку. И этот парень, обычный парень из Казахстана, он в одно время очень сильно в топ-чарты Beatport качал своей музыкой. И я на самом деле очень уважаю людей, которые идут по определенной стези, чего-то добиваются. А еще если они из Казахстана, это... Я бы не сказал, что такая патриотическая гордость, но на самом деле я просто понимаю, что мы живем в одном городе, но с этого города или с этой страны вышел и качает весь мир, и для меня это очень, как бы, очень дорого и близко по духу. Я тоже стараюсь, смотрю на их примеры, стараюсь сделать так же. Они вдохновляют очень сильно, такие люди. Расскажи про свой самый провальный сет. У меня их было много, почти каждый, да, короче. В общем, я шел на прослушивание в Нибар, и там собрались все самые крутые диджеи. Я на самом деле, ну, должен был показать свои навыки, чтобы устроиться там на работу. И когда я начал играть, я полностью перекосячил с микшерным пультом, что там просто было ужаснейшее выступление. И мне до сих пор иногда по ночам снятся кошмары, что я там, куча крутых диджеев, и я оплошал. И знаешь, такой свет сверху, сценический типа.